понедельник, 22 ноября, на парковке у компании «Интера» произошел казус. Нашими сотрудниками случайно была оставлена лестница без внимания. После того, как они уехали по заявке, женщина, возвращаясь к своему автомобилю, припаркованному у крыльца компании, прихватила лестницу. Ну, точнее, это была стремянка. Как вы узнали, что это женщина? По камерам видеонаблюдения, установленным по периметру компании. То есть мы посмотрели, женщина подошла, увидела предмет в виде стремянки и прихватила его, уложив в багажное отделение своего автомобиля. Мы просим, кто, возможно, узнал женщину, обратиться в компанию «Интера» по номеру телефона 8 800 27 3010, либо лично сообщить, что мы хотим вернуть инвентарь обратно. Обращаться мы, скорее всего, никуда не будем, просто хотелось бы понадеяться на добросовестность и в итоге получить предмет все-таки обратно.